Друзья, всем привет! Сегодня у нас 20 сентября. Я направляюсь в сторону Театральной площади. Как вы могли заметить, я одета тепло. У нас похолодало. Несколько дней уже холодный циклон. И люди одеваются потеплее. Ну, хотя, знаете, кто как. Я вчера не посмотрела на температуру и вышла в футболке. И очень замерзла. Сегодня я в кофте и в куртке. У нас идет вовсю подготовка к Дню города. Как всегда, главная сцена у нас будет находиться рядом с драмтеатром. Потихоньку все устанавливают. И здесь будут у нас выступать все такие основные звезды. С Днем города 2019. Так, сколько ему получается? 226 лет. Вот справа повесили такой плакат. И Краснодар объединяет. В общем, этот плакат очень вызвал большой ажиотаж в группах в интернете, посвященных городу. Все говорят, да что это такое за плакат? Его что, в Пайнте нарисовали или что? Отмывание денег и все такое. Как вы считаете, красивый плакат или нет? Вот эта синяя линия, которую обвели, да, она как бы обозначает единство. И здесь все памятники. Основные, конечно же. Погода не радует вообще. Постоянно идет дождь. Реально холодно. Вот я иду вечером с учебы, и меня просто трясет, руки мерзнут. 13 градусов сегодня обещают. 13-15, вот так вот. Такая вот температура в Краснодаре. Сейчас утро, поэтому такая движуха, спешка. Впереди у нас интурист. Ну и Красная улица. Мероприятие у нас будет проходить во всех частях города, во всех парках. Но вот здесь на Центральной будут выступать прям такие большие звезды. Вот. Я знаю, что на Солнечном острове, в Чистяковской роще все будет. Где еще? В Городском саду. Вот. Я вот знаю, например, в Чистяковской, на Солнечном острове будет петь Татьяна Овсиенко. Вот на экране написано, кто будет играть. Хор Турецкого, Валерий Сюткин, Иванушки, по-моему, Федук еще. Посмотрим так. Но ничего не поделаешь. Какая есть погода, такая и есть. Самое главное, чтобы завтра не было дождя, иначе праздник подпортится, конечно. Потому что у нас в Краснодаре, если дождь пойдет, то это просто проливной будет. И все улицы, все будет затоплено. Вот, поэтому, думаю, все жители очень не хотят, чтобы погода портилась. Ну вот кто знает, почему такой циклон холодный к нам пришел. Вообще-то обычно у нас сентябрь теплый. Хотя первый год, когда я вот приезжала только, приехала сюда, мы скорее поехали, короче, затариваться одеждой, обувью. И потом была жара, пришлось покупать босоножки. Такие дела. У нас включили фонтаны ровно в 10 часов. А я думала, они уже не работают. Класс! И даже играет объявление, типа там, детей туда не пускаете, все дела, вот. Сейчас я оказалась у торгового центра, центр города. Смотрите, какие здесь интересные лавочки. Стилизация очень красивая. Вот продают фрукты, овощи. По
какой-то фермерский дворик. А, видимо, вот эта территория и называется фермерским двориком. Так интересно, так необычно выглядит. Кондитерская лавка, какие-то медовые штучки, пастила. Ну, необычно тут очень. Столики здесь, видимо, вечером люди сидят. Такая вот аллея с зонтиками. Класс. Я даже реально не думала, что здесь может быть что-то такое необычное. Круто. А вы здесь были? Если были, напишите. Сливы 150, яблоки по 80, помидоры 70, 110, а я у себя недалеко от дома покупаю маленькие сливовидные по 30. Ну, в принципе, и такие цены есть. Виноград 80, 120, 150. Хурма по 150. Оказывается, в Краснодаре есть барахолки. Сейчас я нахожусь на одной из барахолок на улице Коммунаров. Такое вот место. Что есть на продажу? Да нет, это мы... С ума сошел. Сырокоп я в монастыре варил. Зарядку сейчас дам. Ребята, есть поменьше кастрюли? Да. 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 Вот эти, это она идеальна. Ну да, любопытно. Я очень удивилась, когда в Керчи увидела барахолку. Я не думала, что в Краснодаре тоже есть. И мне все понаписали, да вы чё, вы думаете, что Керчь такая бедная, что там да как барахолка. Раз, как раз барахолка – это показатель бедности. А, ну вот. Самые лучшие барахолки я видел во Львове. Ну понятно. Это самые бедные. Во Львове, в Ереване, в Тбилиси. Потому что они вообще там ни пенсии никакой не составки, ничего не было. Поэтому продают все. Девушка, фотографируй. Она не фотографирует. Она снимает. Ну, здесь, наверное, чтобы ходить, нужен талант. Не знаю. Рыться во всем этом. Красный партизан. Thank you.